такую вкусную рыбу мы готовим к приезду Егора. К сожалению, лимонов не осталось дома. Ну, и когда не остается лимонов, я делаю с апельсинами. Эта рыба называется паламут. Продается она во всех магазинах. И стоит она от 15 до 20 лир килограмм. Кстати, рыба очень большая. Вот сравните даже с моей рукой, насколько она огромная. Очень вкусная мясистая рыба. Наконец-то приезжает мой брат, и мы едем в аэропорт Гази-Паши, чтобы его встретить из Стамбула. Кстати, в аэропорт Гази-Паша очень удобно прилетать, потому что он расположен в 35 километрах от Алании. И в Гази-Пашу очень удобно прилетать, потому что транспорт не занимает очень много времени, всего полчаса от аэропорта до центра города. Путь у него был длинный, но начал он его, кстати, в 7 утра сегодня. Из Мурманска летел через Москву, потом Стамбул и потом уже в Алани. Ну, получается, практически в дороге он был сколько времени? 24 минус 7, ну, практически 13 часов. Ну, долго время я провел дорогу. И сейчас мы едем в аэропорт, чтобы встретить его наконец-то. Я, кстати, не видела его 4 года мы с ним не виделись. Вот я уже в Турции живу 7 лет, а его не видела 4 года. Поэтому первую нашу встречу тоже запечатлею на камеру и покажу всем вам. Ну что, мы приехали в аэропорт. Бежим встречать Егора. Мы немножко опоздали. Я надеюсь, что он еще не вышел. Айхан, гель. Mehmet Ali Bey de geliyormuş. Nasıl? Diyeyim, o da aynı uçakta geliyor. Onun şey ha, merhaba. Şoför derken muhatap edici şoför. Ben geleceğim. Aa, biraz. Ha? Evet. Bak, geliyor mu adam? Yok mu? Sen nereden biliyorsun? Sen o ayrı bir kişi görmedin. Fotoğraflar yok.
Ну чё, как доехал? Почему? Почему жесть-то? Ну а что ты хотел зимой летать? Зимой так всегда. Да ну нафиг. Офигеть. Самолет? Ну ладно, фиг с ним, прилетел уже, чё? Чё думать? Ну чё, сейчас поедем домой отдыхать, хавать. Ладно, короче, Егор приехал, начинается время. Чё? Ну, короче, да, начинается движуха, будем. Чё будем делать? Рожа у меня. Нормальная рожа. Будем. Короче, будем. А сегодня мы отдыхаем. Уже 12 ночи. Едем домой кушать, спать. А завтра начнем креативить. Йоу! Аня, жди нас. Ладно, все, всем пока-пока. Ждите наших видосов. Подписывайтесь на наш крутой канал. Все, что вы видели до этого, это было неплохо. Но будет еще круче. Да? Все, пока-пока. До свидания.